себе. Довольно лихо берет повороты, Герхард. Его поездку сопровождает хорошая такая тоже известная мелодия из фильма, из старого французского фильма «Искатели приключений» композитора Франсуа де Рубе. Известный очень фильм, такой романтической направленности, с Аленом Делоном и Лина Вентура в главных ролях. Это вот как раз основная тема фильма. Касание зеленого мяча. Отлично выполнено упражнение. Так, ладно, поделюсь некоторыми секретами. Вот сегодня у этого автомобиля пропала зарядка генератора. И вот сейчас, чтобы Герхарду выступить на нашем шоу, мы продержали 2 часа аккумулятор на подзарядке, пока вот автомобиль ездит только на том запасе электричества, который позволяет ему выдать аккумулятор. Очень хорошо выполненное упражнение. Вообще, конечно, кузов купе — это смесь такого романтизма, свободного полета. Кстати, возвращаясь к фильму «Искатели приключений»,